Объективно и по существу. Сегодня глава Абакана провел для коммунальщиков небольшую фотопрезентацию. Снимки по большей части сделал лично в скверах и парках нашего города. И в каждом кадре вопрос адресован специалистам. Проезжаю, смотрю, фотографирую. Архив у меня уже большой скопился. Все вы прекрасно про это знаете. Давайте мы еще раз пройдемся, посмотрим. По основным здесь далеко не все наши скверы. Общий вывод я скажу вам сразу. Ситуация несколько улучшилась. По отдельным паркам и скверам есть определенные моменты. Сейчас я на них укажу. В общем и целом ситуация улучшилась. Мебель выглядит лучше. Видно, что в прошлом году проведена большая работа была по подкрашиванию. По мусору в общем и целом я его в большом количестве не увидел. Но опять же, есть нюансы. Давайте начнем. По каждому из скверов. Все знают, что с каждым годом количество зеленых уголков отдыха в столице Хакасии увеличивается. Растет нагрузка на коммунальные службы. Но для этого они, в общем-то, и существуют. Так что вопрос сегодня в каждом фотокадре. Так, вот это что? Вы мне скажите, что это такое? Вот эта штука, которая источает мусор вокруг себя и генерирует. Это вообще что? Нет, обратно. Я понимаю, что территориально это может быть от парка находиться в 2 или 3 метрах, вон по границе парка, но вот это надо убрать и навести там порядок, потому что это диссонирует со всей территории просто дико. Дальше. Это у нас чего? Медвежонок. Медвежонок в общем и целом нормально. Да, вот это вообще мне понравилось, прям хорошее. Но могут же приличные вещи на асфальте рисовать. Вот это что? Уже выполнено. Хорошо. Поясню, по списку дефектов у меня москит парк полностью есть. А материалы, которые мы уже торги запустили, и пиломатериал, ламинированная фанера, специальный там торг саморезы, это все сейчас запущено в работу, ждем результатов. Все хорошо. Говоря объективно, замечания в основном не критичные, но они все же есть. В этом списке поврежденные неизвестными лицами скамейки, малая архитектурная форма, которая требует окраски после долгой зимы, мусор, неведомо каким образом оказавшийся на общественной территории. В зоне ответственности коммунальщиков, говоря иначе. Вот это что за изваяние стоящее, и не первый раз я его вижу? Давайте, обращаю внимание, наша парковка, и обратите внимание по состоянию парковки. Это городская баня. Аж мусора столько, что заросло до бордюра. Итак, по каждому из скверов. Объективно и по существу. Александр Павлович, на этот момент все. Позитивные изменения я вижу, но вот это вот все нужно учесть. Особенно в части ремонтных работ. В следующий раз пойдем смотреть, когда уже у нас будет подходить трава. И теперь у каждого из руководителей городских коммунальных служб есть свои копии этих фотоснимков. Оригиналы остались в архиве у главы Абакана. При случае всегда можно открыть и посмотреть, как было и как стало.